Привет! В этом видео мы построим вот такой вот шагоход, билдабот, форт, трясур. То мне постоянно делают замечания, что я говорю трэш, оказывается, трясур надо говорить. Такой вот шагоход с красивой анимацией ходьбы, красивой походкой. Можно на ногах человечку перевозить, будет аттракцион прикольный. Можно даже на нем прыгать, если нажать на клавишу вперед или назад. Сначала мы сейчас немножко тут посмотрим. Все, мы идем в атаку. Можно ходить назад, вперед, вправо, влево. Вот такой вот шагоходик. Сейчас будем запускать фейерверки. О, оказывается, что если фейерверк запустить в шагоходе, в самом шагоходе, в механизме, то шагоход может сломаться. Классный салютик. Ой, у него тут целая армия этих роботов. Аж 3 штуки тут. Теперь мы уж точно сможем захватить весь мир. Ну а теперь время туториала. Автор этой постройки. Вот этот вот подписчик. Его ник Миха Русиал 789-215. Так, сейчас мы встаем на какое-то расстояние. Ставим блок железа. Теперь нужно взять инструмент масштабирования или просто взять блоки и построить столбик из 15 или 10 блоков. Вот так. Немного поднимаемся вверх. Ну, все-таки 15 ставим, немного блок вот так под углом. Удаляем нижний, и мы, получаемся, в небе сейчас висим. Анчор у меня включен, если что. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, у меня сейчас 5 блоков высота. Так, кажется, надо 4, он мне сказал. Один убрал я. Так, теперь ставим кресло пилота, которое можно получить, купив набор с ракетами. Теперь ставим 4 колеса. Одно слева сверху, другое слева, то есть справа уже слева. Ну вот так, вот ставим такую машинку перевернутую, строим. Вот так. Все, машинка перевернутая получилась. Теперь ставим забор, чтобы его половина была в воздухе, другая на колесе. Колесо наполовину пустое, другое наполовину не пустое. Так, теперь с другой стороны мы строим то же самое, только эти заборы уже не смотрят. Идем в шарнир. Шарнир. Ой, не надо, я это шарнир тебе буду называть. Пимбочка, это уже все. Прошлое забыть надо. Шарниры ставим по 4 бока железа и соединяем их. Так вот. И вот уже на какой-то механизм похоже. Теперь ставим забор наверху, на блоке железа. Теперь ставим один забор под углом, чтобы одно его деление было выше другого забора. Ставим наверх еще один забор. Потом все это закрываем еще одним забором. И внизу остается маленькая дырочка в одно деление. И в нее нужно поставить забор. С верхнего забора. Теперь мы все это убираем. И получается вот такой вот забор. И одна частица забора еще. Она дополнительно стоит. Надеюсь, что вы все поняли. Так, теперь нужно поставить наверху 2 блока. Так, он там их как-то под углом поставил. Так, как он это сделал? Ладно, не буду париться, просто возьму, поставлю. Вот так. Поставлю наверху, включу масштабирование на 2 единицы. А, нет, на 1 все-таки. Раз. 2. Немножко упрощенный вариант. Теперь ставлю масштабирование на 0.5. Настройка, он не сказал сделать. Теперь берем железный забор. Ага, вот так доставим. Вот эти 2 блока, которые мы только что поставили, к ним нужно прикрепить по 2 забора с каждой стороны. Раз, два. И с другой стороны тоже. Убираем совпадающее вращение. Ну, если оно у вас стояло. У меня оно стояло. Потому что оно мне очень мешает. Ставим еще наверху один заборик. Теперь по бокам нужно поставить такие вот блоки.
шарниры. Все, поставил. И теперь еще по два шарнира. Тут один. Так, теперь это скрепляем пружинкой. И внизу тоже надо поставить шарнир. Берем шарнир и ставим его вот здесь. На этих железных блоках. Так, теперь нам надо их тоже соединить пружинкой. Но, к сожалению, пружинка слишком маленькая. И не дотягивается вручную. Так, поэтому мы берем вспомогательный железный забор. Ну, это обычный железный забор. Ставим его. Так, потом подсматриваем, что там делать надо. Так, убираем, значит, морозблок. Тут сбоку ставим красный двигатель. Все, прекрасно понял. Берем турбину красного цвета. Ставим ее. Так, как ее там поставить? Короче, ставим забор. У нас немного все это опускается. Но это уже должно быть без анчора, как он говорил. Теперь ставим тут турбину. И... Так, что еще надо сделать? Так, сейчас смотрим. Выделяем вот этот вот и отключаем здесь коллизию. Вот забор, который мы тут поставили. Все готово. Сохраняем. Так, теперь надо включить турбину. У нас все, в принципе, она должна растянуться. Да, что-то у меня она не растягивается. Почему не работает? Ладно, пробую поставить заново. Так, сейчас запускаю. Ага, все равно не работает. Так, ладно, давай ты поставь. Ага, надо, смотрите, вот так поставить, чтобы она вот так стояла. О, все, поставил правильно, у него даже все запустилось. Так, теперь включаем у того забора коллизию. И у всего этого надо включить анчор снова. И удаляем эту турбину. Или, как его еще называют, красный ускоритель. Все, теперь у нас две пружины. Одна растянутая, другая нормальная. Так, анчор я везде включил. Теперь нужно удалить шарнир. И поставить его заново. Да, поставить его заново. Здесь... Готово. Так что теперь надо удалить нижний забор и опять удалить шарнир и опять его поставить. Логично. И удалить сверху забор тоже. Теперь сзади нужно поставить по одному железному забору. Вот смотрите, как показано на видео. Теперь надо поставить еще. Так, неправильно. Вот от этого забора ставим еще один забор. И к этому забору нужно поставить еще один забор. Только уже немного повернутый. Вот так. Готово. И здесь тоже еще один забор надо добавить. И потом еще один забор. И получается какая-то крутилка. Теперь там нужно поставить шарнир на каждый забор. Ставим еще один забор, и это уже начинает, похоже, быть на руки. Или на более непонятную крутилку. Теперь ставим еще один забор наверху. Еще один. И теперь снизу тоже надо сделать. Тут все надо наоборот делать. С одной стороны сверху поставил, с другой стороны надо наоборот снизу поставить. Так, мы почти их соединили уже. Теперь ставим два шарнира. И они уже соединены почти что. Вот этими желтыми палочками. Теперь там между ними ставим забор. Все, они полностью привязаны. И это уже полноценная одна крутилка получилась. Вот как она работает. Ну, мы ее немножко сейчас еще подредактируем потом. Теперь ставим вот так вот на забор, получается, вот этот вот пружинку или подвеску. Она еще так называется. Еще раз. Вот, смотрите, она внутри того должна быть. Внутри, получается, шар. Бока там, забора. Теперь строим ноги. Четыре забора ставим на вот эти вот же железные блоки под ними. Вот так вот. Потом на них ставим железные блоки. Или любые другие. Так. Теперь ставим еще один. Потом...
Надо еще по бокам поставить. Так, сейчас. У меня есть что перед движением стоит на 0.5. Сейчас на 0.5, если два деления отсчитываем, и все. Ставим. Также делаем с другой стороны. И масштабируем. У меня на единичке стоит. Получается такие вот какие-то ножки. Также делаем с другой стороны. Сохраняем. И теперь у нас операция черепашка. Ставим везде блоки спереди и сзади в этих маленьких щельках. И теперь им делаем типа такие ручки. Так, и вот у нас получается какая-то черепашка. Теперь ставим масштабирование на 16. Масштабируем. Так, сейчас проверят меня. Ага, я чуть-чуть неправильно сделал. Получается, надо сделать на 14 масштабирование, потому что там еще один блок лишний у меня был. Масштабирую, все готово. Ставим масштаб на 14. И также масштабируем все другие стороны. Готово. А, теперь нужно поставить там блок железа. Ставим блок железа и перекрашиваем его в красный цвет. Ну, нужно это делать, когда уровень скрепления стоит на низкий. Красный. Так, здесь тоже масштабируем на 14. Здесь тоже. И сзади. Так. Немножко неровно. Тут, значит, надо поставить 16 блоков все-таки. 16 делений. Это 8 блоков. То есть 15 делений тут. Спереди и сзади по 15 делений. А по бокам получается по 14 делений. А нет, сзади чуть побольше. Но в принципе вот эти вот размеры, которые вот сейчас можно не обязательно так прям строго выполнять. Теперь их выделяем. Вот эти огромные палочки. И красные блоки тоже. На компьютере можно это делать через Shift. И ставим прозрачность на 100%. Также у этих вот выделить надо все, кроме вот этих красных. И у них нужно будет поставить коллизию. Отключить надо будет. Сейчас еще колеса привяжем. Также я там делал настройку. Включающийся момент на средний поставил. Отвязываем и привязываем колеса. Вперед это у нас будет Q, назад это E. Да, крутящий момент надо поставить на оранжевый. Все готово. Сохраняем. Также скорость колеса у меня сейчас стоит на 5, если кто-то не заметил. Отключаем отчет и проверяю. Я сейчас прозрачность убрал, потому что у меня там проблемы были. Так, вот, смотрите, все прекрасно ходит, все загружаю. Все, готово. Также привычные клавиши для поворота, они сейчас работают. Нажимаем и поворачиваем. Нажимаем на Q, идем вперед. Нажимаем на E, идем назад. Также если нажать сразу несколько клавиш, вперед-назад, которые есть оригинальные, то мы вообще туда взлетим. На этом видео подходит к концу. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока-пока.